Всем добрый день! Для ухода за комнатными растениями и цветами хочу обратить ваше внимание на лавровые листья. Ведь они есть наверняка у каждого дома, а пользы для растений могут принести немало. Лавровые листья обладают антисептическими и антибактериальными свойствами, богаты витаминами В и С, содержат калий, фосфор, кальций, железо, а также другие питательные элементы. Благодаря такому составу настой из лавровых листьев оказывает оздоравливающий и обеззараживающий эффект, а также дает подпитку цветам для полноценного роста и пышного их цветения. Такая подкормка будет особенно полезна слабеньким и увядающим растениям. Для приготовления этой подкормки необходимо взять 3-4 лавровых листа и залить 1 литром горячей воды, около 60-70 градусов. Затем необходимо настоять раствор около 3-4 часов, после чего его можно использовать в качестве опрыскивания по листу, а также полива цветов под корень. Этим же настоем можно протирать листья у растений от пыли и различных вредных организмов. Такое удобрение достаточно использовать раз в месяц, для того, чтобы растения росли здоровыми, более крепкими и чтобы грунт был чист. Спасибо, что посмотрели это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.